Привет всем из Германии! Доктор Фишер приветствует вас на своем канале. И сегодня речь пойдет о таком уникальном растении, или как корни, об уникальном корне имбирь. По-русски имбирь, по-немецки ингвар называется этот корешок. Ему приписывают очень много полезных свойств. С него очень много пользы. И вот мы поговорим о его пользе и о его вреде. Поговорим о его пользе и о его вреде. И посмотрим, что же входит в состав этого прекрасного корешка. А в него входят различные минеральные вещества, витамины группы А, С, В, аминокислоты, эфирные масла. Но для нас интересны такие составляющие, как гингероль, который способствует ускорению обмена веществ. Также интересен нам алкалоид капсаицин, который действует как обезболивающее и противовоспалительное. И куркумин – это природный антибиотик, иммуномодулятор. Обладает также более утоляющим действием, магнизирующим действием. Так что, ребят, за счет содержания капсаицина, как я уже сказал, имбирь обладает обезболивающим, противовоспалительным действием. Он хорошо подойдет женщинам, например, когда у них менструация или головная боль. Кстати, я тоже сейчас пью чаёк с имбирем, потому что у меня начинается простуда. И когда я чувствую, что у меня начинает першить горлышко, я сразу вспоминаю про имбирь и завариваю целый термосок чая с ним. Пью, потею, и на следующий день просыпаюсь, и у меня нету симптомов простуды, потому что содержащийся в нем куркумин обладает бактерицидными свойствами. Также он способен бороться с риновирусом, который является часто возбудителем простуды, ОРВИ, ОРЗ. Да? Так что, ребят, если вы замечаете, у вас появляются первые признаки простуды, принимайте имбирь. Да будет вам здоровье. Но также ему приписывают другие свойства. Там, например, он благотворно влияет на кишечно-желудочный тракт. Он тонизирует и в то же время успокаивает. На вкус он острый. Вот как вот раньше говорили, помните? Раньше говорили, если простыл, пей перцовку, водку с перцем. Вот он на вкус такой, такой острый. Пьешь чай, такой острый вкус. Как будто водку с перцем. Я добавлю сладость, и поэтому мне будет вкусненько. Важно только покупать чай не ароматизированный, а чтобы там действительно был имбирь. Вот у меня стоит ингвар пур. То есть тут действительно в пакетиках имбирь. Лечим простуды, простудные заболевания имбирчиком. По-немецки ингвар. Всегда помогает. Только важно в начале, первые симптомы. Если у вас уже ангина, там горло заложено уже, там все такое, вам уже имбирчик не поможет. Я тут 3 пакетика на литр залил и лечусь сегодня имбирчиком. Ведь я хочу завтра пойти тренироваться. Поэтому мне надо быстрее выздороветь. Потому что больным я не хожу тренироваться, да? И вам не советую.